Так, погоди. Ты играешь за Барри, а я играю за птичку. Птичка. Поэтому должно быть вот так. Вот. Все. Так. Скипать. А, нажми этот самый Select, или как он там называется. Пропусти эту хуйню. Нажми старт и что там? Вторая кнопка пропустить бэк. Оу. Biohazard Relations 2. Is 2. Угу. А. Текст, нахуй. Та-ра-та-ра-та-тай. О, пизда рулям. Так, что мы по инвентарю имеем? Спирт, дымовой порошок. Или... Ай да куда, блядь? Так. Так, у тебя аптеки, вон, у меня одна есть. Побежала, он побежала, блядь. Вот нахуй. Там это, щупать вот опять эти, блядь, летучие ублюдки будут. Нет никого, пойдем. Блиндосы. Невидимые. Чё, мы как это едем, блядь? Да сейчас все соберемся, да решим. Да не знаю, можем по отдельности поехать. Кто туда пораньше, кто туда позже. Смотрим, я честно не знаю. Вот, стой, 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 сука, стой, стой, сука! Стой. Куда полез? Он не там, где ты, он внизу. Он по лестнице спускается. Ой, блядь. Да, вот сюда давай. Ниже. А у тебя дымовой нету никакой гранаты? Блядь. Помнишь, там дымом моего это самое? Ой, не то. Нету, нету. Да, отлично. Сдохни, мразь. Ты че, говнина. Да, такой пидрюк вообще. Вообще, сука. Блядь, невидимые боссы такие. Не, ну с ними можно же бороться. О, тут сундук этот. Сундук. Need your help. Видишь, не зря. Еба, его лицо просто, блядь. Как я заебался, блядь. Мне этого хватило в предыдущих частях, блядь. Тебе привет. Привет, Кристине. Тебе привет. Та-да-да-да-да. Там еще кто-то будет. Сука, ну это вот оно, это невидимое, по идее. Сейчас Толик подключится, мы решим там что как. А нет, там никого, пойдем. Наверное, с другой стороны там. Да не, мы же там были только что. Ой, бля, вот здесь точно кто-то есть, а, блядь, клянусь, нахуй. Mm-mm. Пока нет. Надо чекать. Okay, we're out. Now to pick up Wesker's trail. Right. You know, you don't have to come with me for this. I'm staying with you. I want to know the truth. Давай, пиздани ножом. Да, сэр. Воу. Once upon a time, this must have been some kind of mine. У меня опять эти флешбеки в Resident 4. 4, там такая же херня была. Блять. Я там на эти понабрали друг у друга, хули. На что друг у друга-то, они у себя же понабрали. Я помню, этот самый, там, блядь, когда на вагонетке надо было кататься, я этих пидоров просто ненавидел. Они так стояли, блин. Вроде как бы легко их расстрелять, но, сука, порой очень неудобно. Вон, тарелком можешь разбить. Вот, тарелка. Да спрыгни ты, лошадь, блядь. Еееп. Да, вот то, что они не прыгают с лестницы, это, конечно, блядь. То есть здесь ты, сука, спрыгнул, а там ты, сука, спрыгнуть не мог, нахуй. Высоко. Охуеть.
блядь. Хопс, нахуй. Я тебе передал патронов. Карта. Карта района добычи, блядь. Это полезно. Карта района добычи. Вот что. Ужасы-то какие-то нам показываешь, Саш. Что-то меняется, будет, нет? Выходи, выходи. Там, наверное, просто надо кому-то пойти туда, и ты будешь видеть его. Наверное, не знаю. Чё, порох пропускаешь, братишка? Где? Да все уже, взял я его. Ну, разбей мне ящик, пожалуйста, у меня на кирпича. Топазик. Топазик почти в глазик. Да. О! Еее, патроны. О. Еще патронов тебе нашел. Да, есть. Ох, ебаный. Тихо, попробую по стелсу, ебаный. Да прыгни, сука. Если что, у него голова. Да похуй. Тихо. Наверное, он сейчас на меня стригерится. Тихо, 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 нихуя. Да, сука, надо. Так. Еще какая-то хуйня есть. Ящичек какой-то есть. Вот. Патроны. Блять. Так. Дай мне почувствовать их. Вот там что-то. А, там кирпич. Нет, это кирпич. У меня нихуя. Так, это, наверное, для тебя. Ты что, присесть не можешь? А, он туда не лезет. А, мне... Не, надо, короче, что-то сделать. Трава, мурава. Генератор, ага, понятно. Трава, мурава, генератор, ага. Так, это лифт, все понятно, надо включать генчика. Генчик надо включать, нахуй. Просто ген, надо включать ген. Тут какая-то, наверное, хуйня упадет после покоя. Еще патроны, блять, что-то нереально духовно. Вон, тут еще один генератор. Так я так понял, электричество нет. Так вот, здесь другое, я в другом месте уже. А ты его включить не можешь? Можешь? Не знаю. Походу, хуй. Да ну залезай, ёпта. Слушай, наверное, не могу. А, он тут два рычага каких-то есть, или один. О, наверное, ты можешь только за него дернуть. Так, ты это, блять, как-то попал. Так, ты назад развернись. Вот там, где мы были. Поднимайся на лесенку. Блядь. Налево иди. Так, налево. Налево. По лестнице поднимайся. И поворачивай налево. Да ёп. Ты что, блядь? Ты чё, гонишь, что ли? Ты что, пьяница, блядь? Пиздец какой-то. Блядь, в пиксель наебнулся. Так, я пойду пока кису проведу. Там, там хулиганит, пойди. Ты как так? Ага. Наталья, блядь. Ты с одной стороны, я с другой, короче, понял? Сейчас подойду. Вдвоем дернем, да, рычаг, наверное. Да, давай передернем вдвоем. Давай передернем вдвоем. Только что-то у меня не пишет нихуя, что я могу передернуть вдвоем здесь. Ну так у меня тоже он не писал, что можно передернуть. Может быть, там и нельзя передернуть, пока не будет электричества. Может, надо по проводам идти дергать. Давай подпоим. Стороны. А, вот это точно для меня. Это там для тебя и было. Но мне кажется, мы ее не передернем. Да, походу мы не хуй передернем. Ладно. Ладно, посмотрим. Блин. Патроны для магнума, на? Да, давай. А у тебя места нет. Да, блять, тогда на тебе отдам вот это.
А, не могу, ты далеко, да? А, понял. Значит, я тебе передам попозже. О, бутылка. Так. Оп. Блять. А, ну вот это место, где... О, здесь какой-то хуй был, исчез. Сейчас я с тобой пойду, будет весело. Вот там, короче, камера смотрит вот в это, блядь, помещение, ебейшь. Прикольно. Нямка. Там патроны, кстати, на этом ящике сверху, блядь. Вкусно. Ну так запрыгни на него. Ну как? Блядь, вот все тебе надо подсказывать, да? Так... Иди сюда. Сейчас, подожди, давай я тебе сделаю вот так. Ага. Что мне делать? Да, да, забирай всякую хуйню у меня. Давай так. Все, давай. Сделай дымовой про... дымовую штуку. Ладно, я сам сделаю. О, здесь пустая бутылка, заебись. Да, блять, ты заебешь! Вот, дымовая бутылка есть, заебись. Магнумовские патроны забирай, блядь. Я взял тебя. Попиздили. Сейчас меня, блядь, отчебыржит здесь. Ой, ну не все же мне за тебя работать. Ну-ка давай, ебашь тут своим чутьем, блядь. Куда ты? Птичка! Птичка! Сука, тут какая-то птичка будет нехуевая прям. God, what a mess. I'm gonna be sick. Да и не говори, блядь, тут сейчас пизда будет. Я знаю, что ты сейчас съебешься. Воу! Тихо. Что случилось? А, вот туда надо поставить. На эту хуйню. Не, мне кажется, надо сюда поставить. Ну ладно, хуй с ним. Куда там говоришь, надо поставить? Вот туда. Ладно, пробуем. Я потаскаю все за тебя, мужик, не переживай. Да-да-да, будьте будь добр, блядь. Так. Может, ты ко мне подойдешь? Ткань, блядь. Погоди, блядь, это аккумулятор, нахуй. Его надо отсюда вытащить. Его надо в эту дырку пихнуть, там он типа. Да, да, вот когда сейчас смотришь вот сюда. Да, тут заебись, а чё? Тут же нихуя не работает. Ну поставь. Ну хорошо, это заебись. Ну и надо что-то включить. О! А, нет. Да блять, брось ты его, сука. Брось, блядь. Здесь бросил, блядь. Да за. Да, надо что-то сделать. Только чё? Походу даже не здесь электричество включается. Mm. А, погоди. А что если надо допедрить, короче, до следующего? Это, короче, головоломка в стиле Portal. Смотри. This one's dead too. Ай, нет. Так нет, яд забрался и так, я думаю, ты заберёшься. Тут ящик как бы есть. Мне кажется, блядь, тут просто нигде нет электричества. Мне кажется, надо бы еще дальше пройти. Ну как бы все говорило то, что надо идти сюда. Ну, блядь, там же дальше еще есть за домом. Где кровавая баня, вот это все. Ну понятно, здесь что-то будет, когда мы включим свет, походу. Хотя, блядь, Коль, свет-то горит, нахуй, вон лампа-то работает. Иди, иди патроны к пистолету возьми. Какого хуя? Тут как бы, блядь, свет-то горит вообще, какого хуя? Ну вот так вот. This one's dead too. Заебить, что все мертвы, блядь, какого хуя. Так, давай пойдем туда. Погоди, мы оттуда пришли, вот давай сюда пойдем, тут какой-то домик есть. Вот я туда и хочу пойти. Сейчас подожди, вот тут какая-то. Вот, тут верстак есть. Заебись. Вот тут тоже есть хуйня, то бишь. This one's dead too. Кого там видишь мертвым? Да он про аккумулятор говорит. А-а-а. О, версток. Блять. Куда? Сюда, блять. Так верстак, может? Ломай. Тут сейчас начнется, блять, так что только включишь. Не на. Да. Пошли, блять, кики-ки сейчас. Пиздаки, блять.
У тебя там какие-то прокачанные инструменты есть, посмотри. Вот этот вот урон 4, наверное. Блин. Я бы его в автомат поставил. Да и так, что это хуя? Хуя. Последняя своя Ирины. Пап-п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 ап
Рубинчик нашел, заебись. О, зеленую траву нашел. Патроны к магнуму возьми, вернись обратно. Сука. Я переехал сам. Пойдем, хули, пойдем. Сейчас нам пизда. Вот, да, поехала эта хуйня. Она упадет, мы поставим ее сюда, она поползет наверх. Ой, блядь, чувствую, сейчас мы туда зайдем, ёпта, пизда. Ой, блядь! Ой, блядь! Сейчас будет пизда, блядь. Отвечай, что только спустишься, блядь. В общем, я слышу... Я тут у двери поставил, ладно? Я слышу еще хуйню какую-то, прям так... Это сейчас вот начнется, блядь. Оп, поехал. А, то есть он, короче, автоматически работает, я блядь, ёпта мою мать, это что за, блядь? Хуетень, ёпта. Сдохни, мразь, блядь. Я ее нашел! Я чувствую! Я пометил тебе, куда стреляться. Не благодари! Ёб твою! Я думал, я в безопасности! А ему похуй, он тоже. Возьми автомат, блядь, стреляй в него из автомата. Сейчас я его ебану, подожди. Прокачанного. На, сука! Ах ты тварь, блядь. Да ты. Да. Тварина, блядь. На, мразь, блядь. На, говна. Ебаного кусок, блядь. Тварина, блядь. Сейчас, сука, отъебись. На, мразь, на. Ох, нихуя ты там, блядь, Фредди Крюгер. У него еще крюк и хуилки, пиздец. Ты что, блядь, кракен? Пошел ты в пизду! Ты что делаешь? Эй! Вырос! Так. Алло! Короче, я понял, если он меня хватает, мне пиздец. Хуя ты лэшка. Хуя он выродок, блядь. Бля. Ну ладно, давайте так. Блядь, чё он там грызёт, это хуйб... Ты коллаж взял, да? Сейчас бы какую-нибудь гранату, блядь. Так у тебя есть, блядь, у тебя там целый инвентарь гранат. У меня дымка. У тебя огненная, блядь, сейчас в инвентаре вырублена, ты чё? Пизда ему. На, тварь. Это дымка. Следующая у тебя дымка. Блядь. Кажется, он заканчивается. Ворачивайся, блядь. Ебать. Пизду. Да иди нахуй. Ёб твою мать. Встань. Лечись! Да блять, Сань, ну камон! Я такой... же тоже могу лечить камон, за тобой! Камон, блять! Мне пиздон, блять! Пиздон! Я забегаю наверх, нахуй! Сейчас я его пиздану. Я все. Он щит, по-моему, ставит, конечно, блядь. Эй, алло. Сука! Блять, потом ты... закончил. Мужчина, успокойтесь! Мужчина! Мужчина, с вами а что, все в порядке! Что, с одной не забраться тебе придурок? По-моему, у вас сифилис, мужчина! Yes. А там внутри кто-то есть, прикинь! Да, нет. Очередной выродок.
Ебать! Куда ты? Стой! Вернись! У меня Доритос! Приезжай, блядь! Все патроны на автомате проебал, блядь. Ну а чё ты, лошара такой? Иди на магнум, поставь четырёхзначный урон. Короче, мы тут не выйдем уже. Четыре, этот самый урон на 4, и будет тебе заебись. Сейчас подожди, он еще на улице нас подождет, блядь. О, патроны. Ну вот я говорю, да. Вот может ты перепрыгнешь как да, раз? Да, я, наверное, смогу. Ага, хуйца, блядь. Хуйца ты сможешь пососать, это правда. Так, да, пойдем поставим мощность на магнум, мне кажется, магнум это вещь. Блядь, ну мужик, раз ты, если ты спину потянешь, я донесу, не переживай, блядь, охуеть теперь. Так, блядь, не пиздеть, да. Я всего лишь маленькая 8-летняя девочка, ёпта, я, блядь, генератор нахуй донесу, я, блядь. Ебать, у магнума 1300, блядь, мне кажется, он должен вообще разъебывать просто. Ну ты его на босс только трати, все. Ну так я только так и делаю. Да я понесу. Не переживай, блядь, не переживай, ты, блядь, спину потянешь еще, нахуй нам это надо, я, блядь, донесу. А ты потянешь, я... пизда будет. Я, блядь, да не, похуй вообще, я, блядь, тут девчонка, блядь, а ты мужик старый, сука, потянешь спину еще, хуй хуя поймешь, что делать. Там 50-килограммовый тащишь, блядь. Не, ну, блядь, ну ты ж спину потянешь, хули. Ну у меня инвентарь забит, оружие дохуя. Блядь, ну инвентарь у тебя забит, конечно, блядь, я ж хуйней страдаю, блядь, ебать охуеть теперь. Ну бывает, да, хули. Блять, ну да. Хули мы так не можем поехать, я тоже хочу. Я вот так уии сделал. Сейчас этот уии вылезет, блядь, и пизды нам. Хватит жрать там, блядь, своими жирными сальными лапами, блядь. Вот он, кстати. Нет, это другой, его можно по стелсу загасить. Тихо, сейчас по стелсу, ебану. Ой, там их два, блядь, нет, твою ладно, мать! Не-не, погоди, стой, я сейчас отмечу их, попробую. Да я понял. Нет, тихо. Этот ближайший к нам в голову, короче. Да я понял, только тот... А у того палец. Нога. Сейчас, 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 сейчас. На, нахуй. Так, где второй, 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 вон. Второй, если что, нога. Блять. Обойди, обойди. Да ладно, он сейчас выйдет. Ебой. Так, чё, пойдем дернем эти, блядь. Дернет он, блядь, генератор подруби сперва, дернет. Блядь, ты ебаный. Хотя, кстати, может быть и... А-а-а, на него надо поставить эту хуйню, где? Вот она. Блядь, ну ты ж спину сорвешь, мужик! Ой, блядь! Пойдем, блядь, откроем дверку, передернем. Столько, блядь, надо нахуй сделать, что ли? Сука. Так, чтобы просто открыть дверь. Хуяк? А, похуй, да? Блять. А, ну правильно, там еще есть какая-то хуйня, можно ее еще куда-то ебануть. Вот там сверху, с той стороны. Не-не-не, нам надо вот сюда. Вот в это, вот в эту дверь. Там монстр. Да, только. Вот там наверху, видишь? Не-не, это я понимаю. А, надо, блять, а как-то попасть сам. А вот, смотри, лестница тут был. Ты можешь сюда забраться? Или это для девчонок? Ну, типа для Мойры и этой самой. Я хуй знает. Потому что похоже, что это их акробатическая пируэт тут делается. Ну, походу, да. Блять, подожди, эта хуйня должна пойти туда. Или оттуда. Нет, оттуда, блять. А тут какая-то еще хуйня. А, ну пошли. Ну, надо сюда. Да там закрыто в том-то прикол. Заебись. А, значит, надо. Смотри, вот, все, сейчас все будет. Да, тоже заело, я понимаю. Блин. Да. Только как ее сюда поднять? Видишь, блин. Оттуда должна выкатиться. Из этого. Не-не-не, это я понимаю. Она в здание попадает. И здание она идет по этой вентиляции. По этому конвейеру. Падает сюда, к нам. Там дальше мы. Короче, надо в здание попасть каким-то чудом, я хер знает как. А посмотрим. Тут же наверху тоже какая-то хуйня была. Ты что-то подсел на Доритос, я смотрю, да? Mm-hmm. Блять, а вот сюда ее тоже надо ставить. Погоди, блять, иди сюда, нахуй, все. Для дебилов головоломка. А-а-а. Ну или опты. Охуенно. Та-та-та-та. Ага.
подожди. На нахуй, патроны к штурмовой винтовке, заебись. Если что, он там внизу, Вах, подожди, подожди, не спеши. Ой, блядь, дружище, ёпта, у тебя ревматизм нахуй. Сейчас вылечу все. Я тебе передал бутылку. Короче. Еще коробочку. Вверх. Зеленая трава. Заебись. Блядь, заберите нахуй эту траву, ебаную. Сука, у меня какой-то инвентарь хуйни какой-то, блядь. Я тебе, блядь, сделал эту самую гранату. Ты чё, хуел, блядь, инвентарь хуйни? Не, гранаты понятно. Я веду, блядь, какие-то, блядь, тряпки, хуябки. Да, давай, неси ее сюда. У меня ревматизм, блядь. Неси ее сюда, сука, по лестнице наверх. Ты просто, блядь, вообще отец года, я не удивлен, а что... А ты мне не тебя... дочь, иди нахуй. Блядь, я не удивлен, что тебя, на тебя дочь, блядь, обиделась. Еблан, блядь. Неси, подай, принеси, блядь. Ты вообще, блядь, видишь, куда, откуда я, блядь? Я маленькая девочка, ёпта. Ты сдвинь нахуй свою жопу, пидор. Ненавижу тебя, говна. А как без стакан воды в старости, блядь? Хуярости, блядь, ты меня вообще спасаешь, говна ты кусок. Ну, я старый, мне можно. Так. Блять. Хуя. Можно ему, блять. Можно, блять. Это, нахуй сходить. Понял? Так, это говно сейчас сюда должно быть, блядь. Ловлю! А, вот. Ловлю, нахуй, блядь. Ебло ловлю. Ловлю, да. Ловлю, блядь. Сейчас поймаю. Сейчас поймаю. Сейчас, блядь, птичка. Ловлю. Упс. Поймал. Сука. Так, ага. А это повезет наверх, а я наверху ловлю. Давай. Сука, я прям вот мне каждый козвонок ее жалко сейчас. Да блять, мне кажется, и вообще похуй. Я за свою спину так не переживаю, как за ее. О, а я поймаю его здесь. Блять, ну сделал хоть что-то полезное, блять, для команды. Там, кстати, монстр, вот в лифте прям монстр. Он валяется, его вряд ли застелсить удастся. А может он... Ну, типа, лифт спустится, он спустится, да? Я знаю. Я так понял, на тебя они особо не реагируют, они что-то... Да, судя по всему, да. Ну, я типа второстепенный персонаж. Ну, типа, да. Хули мне. Давай, ловлю. Сука, охуенно вообще. Бросай! Я тренируюсь. Видишь, ноги согнул, блять, на каблуках, сука, мне ее жалко. Пиздец. Тихо. Птичка. Тихо, я понял, все, тихо, птичка, блять. Не-не, он сагрился, все. Да не, хуя. Да хуя, он на меня идет. Ну, все, идет, давай. Блять. Тихо, давай. Сейчас я попробую. Да быстрее ползи, сучара ебаная. Давай! А, хуй, да, уже, то есть, сагренного нога. Я не могу. Если что, нога. Какая? А, левая его левая. О. Серьезно, ты снайперской винтовки по нему стрелял? Да, я ебанул. Тебе делать нихуй, что ли? Без Натальи, блядь. Па-па-па-па-па-па-па, блядь. Oh, come on. Not now. Damn it. Not now, блядь. И хули? А? Блядь, куда ты, ёпта? Оп! Ебаться. Бля, паркур. Паркур! Паркур! Морга! Топазик забрал. Блять, нога да левая. Я сейчас хочу их по стелсу, я их разъебал. Монстр! По стелсу, блять, орёт на всю Ивановскую, еще, блядь, девчонку. Блять, друг за другом ебашат нахуй, пиздец. There's something ahead. Be careful. Be careful, блять. Сейчас, be careful, вот этот мимо сюда пройдет, блять. Я его be careful сделаю сейчас. Только не разворачивайся. Не разворачивайся, падла! Нет! Блять, второй сагрится, нет? Сейчас постепится. Тихо, о. Да, там круги нарезают, ничего с ним. Сука, не разворачивайся!
Блять, вот это нахуй. Ух, блять, уровень, сука, мастерства, нахуй. Пустая бутылка, заебись. Ага. Е-е-е, зажигалка. Там патроны к штурмовой винтовке забери заодно. Там это где? Там это в инвентаре, блять. Забрал? Угу. Блять, ты опять ты, блять, воскрес, ты чё, охуел? Блять, двое, о, что ли? Вы так, блять, трое, блять, вы тут не перепутали нихуя? Охуенно. Быстрей, где эта хуйня? Использовать. Перед тобой прям вообще, беги нахуй. И тут кинул, блять. Да иди нахуй! Да пиздец вас, блин. А можно без вас, нахуй? А без вас хуй. Блять, ты-то кто еще? Да вы че, суки? Подохуели, что ли, блять, пиздец? У нас тут так дохуя-то! Мри, брать! Нет! Одного убрал. Ты не забывай на Б уворачиваться. Да я, блять. У перед тобой в голову надо стрелять. Голову, нахуй. Ну все, забей. Да хуй там, он еще встал. Тихо, куда ты, блядь? Куда? Нет! Сука, голова, ебать тебя, голову. Да я сейчас. Все. Все, этого убрал. Остался этот. Беги! Да беги, ёб твою мать! Встань! Сука старая, встань, блядь! Блядь! Жми, блин, нахуй! Бежим! Я его рот ебал на него тратить, блядь, там пиздец. Сука. Я все сделал, они даже не прочухали. Малышарю, что еще по пятам за нами ебашь, да? Не-не-не. Но если бы это был бы Resident Evil 2, да. А так. Ой, блядь, ублюдки, сука. Только патрон на них изводишь. Ну я там что-то вижу, что-то. Это михуй, ты где? Я прямо услышал, как ты закинулся крошками. Угу. Угу. Я ищу, блин. О, а что, мы прошли? Всё, пока, ёпта. Блять. Откуда она взялась вообще? Ебать. Блять, так Рэмбо сломал все три ребра, ёпта. А Барри, блять, сломал себе просто вот... Нихуя, ёпта. Даже одежда не порвалась, ёпта. Блять, куртка цела, это правда. Ты кто, брать? Да тебя не должно ебать. Может быть, они все клоны Вескеров, и она тоже. Наталья в том числе. Не убивай ее, слышь, блядь. Эй, блядь, ты чё, охуела, мразь, да? Старая бабка, блядь. Сука. Давай, сейчас у нее, блядь. Я там вчера увидел меня. Натаха там, походу, самый главный босс, блядь. Блять, бойся меня нахуй, я тебя взъябну. Я Барри, мне похуй. Ты, блядь, иди нахуй, летай там на деревьях. Сейчас будем за Клэр и за это. Нет, мы прошли типа эпизод. Считаешь, у нас финалка типа. Просто уже как раз 23 часа сейчас будет, и мы можем...
Мы сейчас, это, вроде бы, Battlefield пойдем. Battlefield 3. Мы играем в Battlefield 3. Battlefield 3. Оп. Как же она выглядит, блядь, нам же ее показали в предыдущем эпизоде. Такая тайна, покрытая мраком. Финальный эпизод превращения. Ебать нахуй. Эпизод Free Judgment End. Judgment End. Вау-вау-вау, эсочка. Вау-вау-вау. Boys, guys, boys, там. Господи, фигурка Евгений, блять. Евгений, блять. Ты кто такой вообще, Евгений, блять? Вкачай что-нибудь, у нас там 17 тысяч очков. Только не хуйню, ты читай, потому что тут для двоих, тут для кого почё-то надо. Вон фонарик там вкачай, кирочку. Фонарик? Да, он рядом. Да? Не, нет, нет, это кирпичи, вот, да, фонарик. Ну и кирпич, этот самый, и кирку, наверное, там, а, 12 тысяч нет у нас. Ну тогда вкачай эту кирпич там наверху. Да-да-да-да-да. И все, и похуй вообще. Это хуйня, это переключать надо, мы не переключаемся. Вон там пистолеты, посмотри, на 1500 наверху. Да, все нормально, блядь, погнали. Все, давай, выход, блядь, все, Саня, выход. Так ходим. А толик-то будет там, когда он придет? Сейчас он сказал 23 часа, но мы сейчас еще будем эту хуйню всякую обсуждать.